В воскресенье вечером в службу аэропорта имени Шопена поступила информация о том, что на борту одного из самолетов может быть взрывное устройство. Пиротехники проверили транспортное средство. Ничего не найдено. Это была ложная информация. По словам представителей аэропорта, печально, что во время пандемии коронавируса, когда машины скорой помощи могут быть полезны пациентам, заняты такими шутками. Более 100 человек, пассажиры и экипаж, были эвакуированы с самолета турецких авиалиний Turkish Airlines в связи с операцией.